Но Сергей Мардан, есть такой журналист, маргинал, кстати, с моей точки зрения, он утверждает, что Белоруссия — это социальное государство, Россия — это антисоциальное государство. Есть позиция среди тех, кому комфортно так считать. Это люди, которые в Белоруссии не бывают и не знают реальную жизнь. Моя няня моих детей из Белоруссии. Это кошмар, что там делается. Если вы уберете парадно-пропагандистскую шелуху с того, что там реально происходит, вы увидите, что уничтожено все. Сельское хозяйство, промышленность дышат на ладан, и многие вещи остались еще со времен Советского Союза. Колхозы, известные и столь рекламируемые Александром Григорьевичем, по сути дела разрушены. Зарплаты нищенские. Посмотрите, сколько белорусов вынуждено сейчас работать не в Белоруссии. Либо на Западе, либо в России. Это показатель того, что экономика находится в очень плохом состоянии. И опасаясь сильных экономически независимых лидеров, Александр Григорьевич не дает никому головы поднять. Стоит человеку стать более или менее успешным, все, к тебе придут. Поэтому сейчас все здравомыслящие белорусские предприниматели знают, что начать бизнес можно в Беларуси, а продолжить нужно либо в России, либо на Западе. Но на Западе их мало кто ждет, они продолжают в основном в России. Я думаю, что здесь Россия должна занять позицию максимальных комфортных условий для всех белорусов. Максимально комфортных. Чтобы не было вот никаких ошибок, которые мы совершили, возможно, в прошлом. Я понял, что с Белоруссией понятно.